Hey, сәлем достар, сен бірге мен Ұрлан қалам. Бүгін біз достар Майнкрафт лойкасын қарауды жалғастыратын боламыз. Бүгін біз достар екінші бөлімді көретін боламыз. Достар, егер де бірінші бөлімге реакцияны көрмеген болсаңыздар, каналға кіріп қарап кетіңіздер, өте қызықты шықты. Жалпы достар, мына Майнкрафт мультик сериалы маған өте қатты ұнап қалды. Сол себепті давайте достар тезірек екінші бөлімді көрейік. Кім достар күтті, лайкты басамыз, арнаға жазыламыз. Ал кеттік ал. Достар, алдыңғы бөлім қалай аяқталғаны барлығыңыз есінде бар шығар. Алдыңғы бөлімде Стивтің үйін крипер жарып тастаған болатын соңғы жағында. Ал көрейік, ал жалғасы қалай екен. Готово. О, ферма салыватқан сияқты ғой, да? В рабочем состоянии. Да, крипер, взорвавший эту большим придурком. Крипер жар жерді. Все криперы придурки. Ну, крипер над пейтой же. Вау, чувак, это действительно не круто. Нет, пожалуйста, не взрывайся. Я только что все построил. Чувак, думаешь, криперам есть до этого дело? Взрывать дома и фермы невинных игроков? Некоторые из нас действительно заботятся о развитии. Надо крипер усову. Вау, серьезно? А жарда, прикол вот. Чтобы взорвать все твои крутые. Да, блюдом. Прикол вот, блюдом, крипердан. О, жок. Да уж, хорошо, что ты своим телом защитил меня от взрыва. Ну все, к черту это место. Пошли, ветчина, мы отправляемся в путь. С меня хватит этой сельской жизни. Мы будем жить в большом городе. Город? Клево. Время монтажа. Майнкрафта қала бар ма не? А, ауылға шығар, да? Ауылға барат шығар, да? Мен ойымша ауылға барат сияқты олар қазір. Так, шөл даладан өтті. О, бассейн, ауыл. Ты только посмотри, ветчина. А, сен нана қара. Қандай әдемі. Мұнда деревня, что ли? Мұна ауыл ма? Там есть мүмкін. Все, что нам может понадобиться. Онда бізге керек заттың барлығы бар. Тамақ бар, ұйықтай аламыз, мысықтар. Не говоря уже о том, что горожане мудрые и хорошо говорят. Я, олар сөйлемейді әще. Да, есть настоящие Эйнштейны. Приветствую тебя, путник. О, торговец. Возможно, я могу заинтересовать вас торговлей. У меня есть несколько ценных вещей на продажу. Хамбатку слишком, да, был торговец сорда. Конечно, если у вас изумрудов. Изумруд. У меня их не очень-то много. Что вы можете предложить? Как насчет кукурузной муки? Не. Семена арбуза? Не. Сахарный тростник? Не. Морские огурцы? Не. Черепаший панцирь? По-прежнему нет. Может, тогда просто убьешь меня и посмотришь, что выпадет? Да, это звучит неплохо. Ё-моё. А, ультра-ветр, ба? Вот кем был. Ё-моё. Я, достар. Зелье невидимости. Керемет унить кем был, Стив. Мәссаған хозяиндан өлтіп тәт болады. Байғыс ламалар. Эй, простите, парни. Но посмотрите на это с другой стороны. Вы теперь свободны. У вас больше нет поводков. Вы можете убежать в великое запределье. Мәссаған атыватыр. Стип өлтіп тәт. Мә. Да блин, серьезно? Ламы? Да, ламы, как и криперы, здесь самые большие придурки. Ветчина? Это ты? О, эй, да. Я просто немного выпил твоего зелья невидимости. А-а-а. Короче, жалко пытал. А, невидимка волк пытта. Похоже, я ошибался, ветчина. Фермы, идите нафиг. Деревни, блин, да кому нужны эти хлопоты? Вот горы, горы — это то, что нужно. Того варенет. Ну, как скажешь, чувак, я всего лишь свинья. О, шахта. Крикал, шахта. Эй, зацени. Ты думаешь о том же, о чем я? Что мне нужно найти новых друзей для общения? Что эта пещера идеальна для строительства дома. Почему ты хочешь жить в пещере? Ну не знаю, это... Это просто клево, ясно? Ну как скажешь. Оу, эй, какого? О, жок. Мына ламалар кикалуға келген сияқты. Они преследуют нас. В пещеру, быстро. Я шынменде ламалар өте кекшіл Майнкрафта. Неплохо, да? Тут полностью металлическая дверь. Ни одна лама не сможет сломать ее. Плюс это хорошая метафора для новой тюрьмы, в которой мы теперь оказались. Да ладно, пещеры клевые. Они холодные и сырые. И в этом нет ничего хорошего. Курикал. О боже мой! Ты алмазба? Это видишь, ветчина? Асси! Алмазы! Калай, дай блок таки здесь пиду? Да, да, да. Здесь так много алмазов. Они прекрасны. Хорошо, приятель, не увлекайся слишком сильно. Зацени, ветчина. Я сделал полный сет алмазной брони. Yeah. В том числе алмазную кирку. Позажёг. Вау, выглядишь как настоящий профессионал Майнкрафта. Да, и я поступлю умно. Проказыр. Я уберу это все в сумму для безопасного хранения. Мою.
Нет, мои алмазы! Чувак, тебе сейчас надо увидеть свое лицо. Это бесценно. Хотя, погоди. Видишь? О, чувак, это должно пойти в инсту. Погоди, у тебя есть телефон? Да, это новый Майнфон 12 Pro от Фермайнсен. Обожаю его. Дай сюда. О, жо! Чувак. Мою. Эй, придурок, ну-ка верни мне мои алмазы. Конечно, приятель. Все, что тебе надо, это просто посмотреть мое мертвое лицо. О, жо. Я так и думал. Эй, чего уставился, кусок свинины? Ветчина, отвернись. Никогда нельзя смотреть Эндермену прямо в глаза. Я не могу. О, жо. Ну все, достаточно. Ветчина. О, ну, я буду скучать по ветчине. Но, по крайней мере, я остался невредимым. Мессагану, ешкем долямать из ним баска. О, жок. Нет, только не ломы. Парни, почему вы преследуете меня? Мессаган, как поза. Ткры ультрапцейма. Вау, хорошо. Мне нужно какое-то место, где эти хищные, кровожадные ламы не смогут меня найти. И думаю, я знаю такое место. Ад. Портал ад уже нет, да? О, жок. Хорошо, отправляюсь в ад. Замой, где есть яхта был? Вау, это место безумное. Броня создам сорган. Фаербол. Ну, сухая, это так сидит. Почувствует мощное пламя, питаемое яростью Гастана. Фаербол. Чувак, прекращай делать это. Заткнись, мешок плоти. Жри фаербол. Фаербол. Окей, серьезно, мужик, может успокоишься? Твои атаки фаерболами не работают. Оу, да, прости. Думаю, ты прав. Фаербол. Знаешь, не надо говорить фаербол каждый раз, когда бросаешь фаербол. Ага, верно. А теперь ты еще скажешь, что мне не нужно тут летать, закрыв глаза и рот. Да, вообще-то не надо. Фаербол. Хорошо, я покончу с этим. Казар. О, Буслай Ультрагинг, что не говорит, да? Надеюсь, что в аду есть враги покруче, чем этот парень. Все ценности на этой земле принадлежат королю свиней. Король свиней? Ты о чем вообще говоришь? Я говорю об истинном правителе ада. Великий отец свиней, обещающий вечное процветание. Он восстановит ад своими могучими копытами и спасет наш народ от огненной вечной чумы, обрушившейся на нашу империю. Хорошо, забирай предмет. Все равно, я думаю, что там всего лишь порох. Проклятье! Ох, если бы это было золото. Я люблю золото. У тебя есть золото? Нет, у меня нет золота. Но даже если бы было, я бы не отдал его тебе. Король свиней сказал, что каждый, кто проходит через его владение, должен принести в жертву золото. Ну, не знаю даже, что ответить, у меня его нет. Тогда приготовься к смерти. Погоди, могу я поговорить с ним? Уверен, мы с ним сможем поторговаться. Ладно, следуй за мной, он в соседней деревне. Так, вот где живет король свиней. Да, прямо здесь. И запомни, я буду говорить. Кем гапатром это сын бедный? А, кымбат, банар сушковатка, досуват курдетр. А, досуват. Случайно установил какой-то мод. Ветчина вот казар. Зеленый не ванильный Майнкрафт. Тише, король будет говорить. Зачем ты привел ко мне этого чужака? Словатка, досуват. Простите, король свиней. Курдетрндар. Он вторгся в наше владение и при этом отказывается принести в жертву золото. Я понял. Оставь нас. Я хочу поговорить с этим узурпатором наедине. Как поживаете? Слушайте, мне жаль, что я пришел сюда без золота. Я просто хочу пройти и исследовать остальную часть ада. Пожалуйста, не убивайте меня. Убить тебя? Чувак, ты же типа мой лучший друг. А? Зацени, чувак, я тут типа сейчас король. Ветчина? Это ты? Да, бро. После того, как Эндерман схватил меня, он телепортировал нас сюда, прямо в центр свиной деревни. И он был мгновенно убит пеглинами. Типа, полностью уничтожен, бро. Но когда они увидели меня, все подумали, что я какая-то божественная свинья, посланная сюда с небес, чтобы быть их правителем. Не могу поверить, что у меня с этими фриками одно ДНК. Они чокнутые. Я все время пытаюсь улизнуть, но они не позволяют мне уйти, пока я не исполню пророчество. Пророчество?
Они думают, что я здесь для того, чтобы превратить ад в прекрасный оазис. А как мы оба знаем, я всего лишь скромная свинья, и я не могу этого сделать. Довольно скоро они начнут это понимать. И я даже не знаю, что тогда они со мной сделают. Так что нам нужно убираться отсюда. И нет ничего, что могло бы изменить мое мнение. Отлично! О. Ваше высочество, нам только что пожертвовали больше золотой моркови, чем одна свинья может съесть. Игрок, забудь все, что я тебе сказал. Мы будем жить здесь. Ура! Мессаран. Мои комплименты шеф-повару. Да это сырая морковь. Чувак, чувствую, я уже так наелся. Наша свиная деревня атакована. Уотер. Ааа, бру, шавлоуотер. Квикен. Хоглиндер, что происходит? Я не знаю. Возможно, Хоглиндер армия скелетов. Или ефритов. Нет, там должно быть что-то гораздо более мощное, чем это. Хоглиндер. Нет, это нехорошо. Похоже, что это конец. О, жох, бларма. Лама, ларма. Это ламы. Такой момент блар, да? Базар, ну, да? Все, я возвращаюсь в Амонгас. Перевод язычка. Эмангас хагет там дейді. В общем, достар, осымен екінші бөлімді көріп болдық. Серия өте қызықты болды. Я, достар, бәлкім мен көп сөйлемеген шығармын. Кейбір жерлерінде өйткені білім қарап кеттім кәдімгідей, ұмытып кеттім сөйлеуге. Не осы да, достар, сіздерге де қызықты болған шығар деген ойдамын. Лайк басыңдар, оригиналын ссылкасын описанияда қалдырамын. Оригиналды қарап қолдап кетіңіздер. Достар, егер де 3-ші бөлімге реакция түсірген қаласаңыздар, онда давайте бұл видеоға 3000 лайк жинап тастайық. И көптеген комментарий жазсаңдар, қалай достар сіздерге ұнап жатыр ма? И в сол кезде 3-ші бөлімге тезірек реакция түсіреміз. Ал 3-ші бөлім өте қызықты сияқты, өйткені 3-ші бөлімде херабринді кездестіретін сияқты біздің кейіпкерлер. Так что давайте, достар, тезірек актив көрсетіп жіберіңіздер. Ал мен болсам, тезірек түсірейін. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.